друзья, от компании «Лада Спорт», от нашей гоночной команды «Лада Спорт Роснефть» хотел бы поздравить вас с вашим днем рождения, с 55-летием, пожелать крепкого здоровья, трудовых успехов и побед во всех начинаниях. Болейте за нас, а мы будем побеждать для вас. С 55-летием, АвтоВАЗ! Примите искренние поздравления с юбилейной датой основания Волжского автомобильного завода от нас, официального дилера «Лада» Кострома «Лада Сервис». Огромный коллектив автозавода создает доступные, надежные и качественные автомобили, которые так популярны в Центральной России, достойно сохраняя и поддерживая традиции, оставленные предшественниками, и при этом активно внедряя новейшие технологии и прогрессивные решения. Вы – наша гордость. Успехов, здоровья и благополучия вам, дорогие заводчане! Дорогие работники АвтоВАЗа и ветераны завода, от имени всего коллектива телекомпании «Лада Медиа» поздравляю вас с 55-летним юбилеем АвтоВАЗа. Две пятерки – очень красивые цифры. Когда человек отмечает подобный юбилей, ему говорят: «Вы отличник». А здесь отличник – большой коллектив, дружная и замечательная команда профессионалов, который всегда был и остается наш любимый АвтоВАЗ. Благодаря вам, дорогие друзья, завод динамично развивается и уверен, сохраняет лидерство на российском автомобильном рынке. Телекомпанию «Лада Медиа» и «АвтоВАЗ» связывают долгие-долгие годы совместной работы. Ведь изначально наша компания создавалась как центр кабельного телевидения Волжского автозавода. И я от всей души хочу выразить признательность руководству, всему коллективу и ветеранам завода за многолетнее сотрудничество. Оно продолжается и сегодня. Сколько репортажей, красивых фильмов мы создали и создаем о вашем труде. В видеотеке «Лада Медиа» множество уникальных кадров о работе, о разных этапах развития и достижениях АвтоВАЗа. И все это мы бережно храним. Желаю вам, дорогие друзья, новых свершений, благополучия, счастья, мира, тепла вам и вашим семьям. И большое вам за все спасибо.